Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня нам пришла вот такая вот коробочка. А знаете, что в ней? А мы вот сейчас все узнаем. Хотя, наверное, было ясно, что в коробочке. Смотри, нефть. Это мороженое. А все с пометкой 18+, это мороженое с алкоголем. Обухнем, пожалуй. Так, какое мороженое мы будем первым открывать? Начнем. С безалкогольных или с алкогольных? Смотри, Energy Ice, энергетик. Энергетический сорбет с секретным вкусом. Его оставим на потом. B52 с этого? Хорошо. Ложечка внутри. Зря я ложки взяла. Сливки, ликер Бейлис, Куантро, кофейный ликер. 5%. Ух, напьемся. Ух, напьемся. Смотри, даже это. Ну, оно у нас не совсем в холодильнике было, поэтому. Но вообще это нормальная его консистенция. Потому что оно совсем не замерзает. Да. Ну, почти как настоящий B52 коктейль. Только менее противный. И без огня. Потому что B52 обычно поджигают. И ты такой, это что, быстрая эпиляция? Усики. Подпаливать. Хочешь? Какое мы возьмем следующее? Секс на пляже, сангрию, шум или пинаколада? Собственно говоря, пинаколада. Пинаколада 4%. 150 миллилитров. Вспомнить бы, какая на вкус пинаколада. А вот это прям очень похоже. Вот пинаколада вот прям один в один. Как в конфетах. Прикольно. Вот прям, да, оно. Интересно, к концу видео я напьюсь или этого для меня будет мало? Скорее всего, будет мало. Что следующее? Следующее у нас сангрия. Ну, вы видите, что оно все еще замороженное. Несмотря на то, что у нас особо в холодильнике оно не стояло. Должно. О, смотри, как желе, желе. Оп. Вообще огонь. Вот это прям. Оно знаешь, на что похоже? На Бентвейн. Прям очень круто. Вот именно жрусь. Классно. Давай посмотрим, что тут. Красное вино, апельсин, яблоко с корицей, лимон. Вот поэтому похоже на глинтвейн. Потому что фактически то же самое, что и в глинтвейне. Срок годности, кстати, 6 месяцев. Это очень неплохо, потому что, ну, как бы, блин, обычно мороженого там хренового срок годности. Такое вот. А тут, в принципе, ну, полгода. Это все-таки. Все-таки алкогольное мороженое. Мы еще безалкогольное посмотрим, сколько срок годности у него.
Смотри, состав. Вино красное, полусладкое, вода, сахар, сок апельсина, корица молотая, гвоздика молотая, яблоко, глюкоза, мальтодекстрин. Мальтодекстрин. Пропустила букву Т, получилось некрасиво. Сок лимона, стабилизаторы, эмульгаторы, моноглицерины жирных кислот, камедь, рожкового дерева. Ну, в принципе, опасности никакой нет. Кстати, позагораем. Я знаю, из чего я буду делать себе софит. Дальше, секс на пляже или шум? Шум. Секс на пляже на десерт. Шум. Это у нас виски, ванильный сироп, банан, лимонный сок, корица. Должно быть вкусно. А, вот так выглядят. Я не помню. Я, наверное, первые два не показывала, как они выглядят, но уже поезд ушел. Поэтому я вам просто буду показывать все, что осталось. Вау. Слушай, это тоже прикольно. Ну вот самое классное, это сангрия получается. Ну пока что из того, что мы попробовали. И шум. Надо будет не забыть об этом. Классно. Вот с виски прям хорошо. Сколько тут? 5%. Шотландские виски, ванильный сироп, банан, лимонный сок, корица. Мороженое для взрослых. Я взрослая. Состав. Молоко, сливки, сахар, виски шотландский, банан, стручки ванили, корица, глюкозный сироп, мальтодекстрин. В принципе, у них состав один и тот же, но от вкуса, как бы в зависимости от того, какой вкус, да, он меняется. Угу. И секс на пляже сейчас? Секс на пляже. Сорбет. Клюквенный сок, ликер, персиковый, водка. Теперь я знаю, что такое секс на пляже, я никогда не пробовала. Потому что я прихожу, его постоянно нет. Я такая, можно голубую лагуну тогда? Так, давайте состав почитаем сначала. Ну, в принципе, вода, сахарный клюквенный сок, персиковый пюре, водка, глюкозный сироп и, собственно говоря, все то же самое. Открываем. А внутри вот. А может, меня угощали сексом на пляже? Но я не помню. Нас не угощали. Вкус прикольный. Надо будет коктейль после этого выпить. Такой. Похоже, знаешь, на что? А вот мороженое пробовал, типа, знаешь, такое желейное. Было бон-пари с бананом. Вот это похоже на бон-пари с бананом. Консистенция и по вкусу как-то, ну, отдаленно. Ну, прикольно. Окей, дальше у нас идут... Ножки устали. Дальше у нас идут безалкогольное мороженое. Идет безалкогольное мороженое. И одно энергетическое. Все, сплиток языкается. Какое мы будем сейчас брать? Bubblegum, нефть. Энергетическое или сырное? Сырное. Сейчас мы возьмем сырное мороженое. Сырное, блин. Сейчас тут в составе сыр. Сыр, лед. Состав. Молоко, сливки, сахар, сыр, пармезан, сыр, чеддер, соль, поваренная пищевая, регулятор кислотности. Ну, собственно говоря, все то же самое, что и остальных. Только сыр. Только сыр, блин. Мороженое действительно алкогольное. Мне прям хорошо стало. Сыр. Пахнет, как новогодние подарки. Почему? О, почки заболели. Меня так видно. А, знаешь, а вот как картонная упаковка, вот когда тебе на Новый год конфеты дарят, он пахнет так же, понюхай. Хочешь? Картоном пахнет. Ну, это, наверное, упаковка пахнет. Знаешь почему?
Потому что холод замораживает запахи. Когда запахи нагреваются, знаешь, чувство. Давайте нагреем запахи. Давайте нагревать запахи. Блять, сыр. Знаешь, надо было картошку фри еще заказать. Я не могу это есть. Оно клевое. Ну, или сладкое, соленое, сырное. Что? Это просто взрыв мозга, разрыв шаблона. Сырное, мороженое. Алло, алло, блин. Прикольно, прикольно, да. Да, да. Да. Попробуй. Надо хорошенько обрезать ложку. Теперь давайте попробуем мороженое, которое называется нефть. Нефть. Давайте посмотрим, вдруг там в составе нефть. Черный цвет придает пищевой уголь. Это мороженое для готов. Вот если вы гот, это ваше. Оно прикольное. Знаешь, но цельное карамель очень сильно чувствуется. Как будто есть орех. Очень странное. Вот сыр, вот это очень странное мороженое. Но вкусное. Теперь мы берем баблгам. Ну, баблгам, мне кажется, все пробовали. Кстати, тоже 6 месяцев срок годности. Молоко, сливки, сахар. Особо ничего не должно быть, но вот пахнет. Пахнет вкусно, пахнет жвачкой, да. Вот этим вот орбитом детским. Ну, вот это прям... Оно, знаешь, оно не химозное. Нет, он очень мягкий. Прям клёвенько. Клёвенько. Приятненько. А, и последний. Ну, ты, наверное, его не будешь. Это энергетический напиток. Сейчас, энергетический напиток. Что у нас? Вода, сахар, сироп глюкозы, сок апельсина, сок винограда, сок лимона, киви, биологически активная добавка к пище, таурин. Не более 120 миллиграмм на 100 миллилитров. Кофеин натуральный, красители пищевые Е-163, Е-122, ну яхи, они везде почти есть. Стабилизатор, ну короче, все то же самое. Прикольно. Оно подтаяло у нас, ну, типа оно должно быть немножко более замерзшим. Вот. И тоже по консистенции напоминает желе. Классно. Как будто я замороженный адреналин ем. С этими, с ягодками, которые. Вот по вкусу прям один в один. Круто. Очень круто прям. Секретный вкус. Адреналин красный, вот прям 100%. Вот. Зуб даю. Или... Я на торнадо не похож. Точно адреналин. Мороженое прям, ну, реально, как бы, прям вкусное, прям. Хорошо, классно, классно сделали. И мне кажется, на Киевской тоже есть алкогольное мороженое. Вот я не знаю, вот это же фирма или нет. Но вот я сейчас вот это ем. И, честно говоря, мне кажется, оно повкуснее, чем там. Там оно в рожке. Но из рожка оно течет, там тры-пры. Все дела, руки. Я куртку обляпала, пока ела, руки. И такая, за что? Если бы там были такие стаканчики, было бы гораздо удобнее. То есть, ну, вот реально, стаканчики, ложечка, там, разные классные вкусы. И алкогольное мороженое, и сырное, и нефть, и энергетическое, то есть... Но вот тут у нас сейчас было 9 вкусов. А мне кажется, что их гораздо больше. Но даже если их всего 9, ну, в чем я сомневаюсь, мне кажется, больше.
то стоит попробовать. И, по-моему, там даже есть объем побольше. Ну, сангрия мне прям очень понравилась, прям хорошая, прям да-да. Рекламная пауза. Короче, пока длится карантин, мы вообще по вечерам. Приходите на Twitch. Приходите на Twitch. И смотрите на Твиче, как мы стримим World of Warcraft Classic. А то у нас постоянно несравненные 9 зрителей. Вот, да. Так что приходите, смотрите, будем общаться. Посылку мне вот эту доставил курьер. Договорилась об этом за день. И как бы удобный способ оплаты. Удобная доставка. Так что вы можете это мороженое есть, не выходя из дома. Хоть каждый день. Главное, чтобы денег столько было. А можно есть просто по баночке в день. Тоже классно. Ну все, собственно говоря, да. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.